ушки маленькие и тоже красиво прилегают к голове. Посмотрите на этот кукольный взгляд, baby face. Ну давай, ты же тоже хочешь быть чемпионом мира, правда? Хочешь. Ну давай, все-таки полезем как-то наверх. Полезем, хорошо. Ну пока не спешим, да? Не спешим. Великолепный растянутый корпус на крепких пропорциональных конечностях. Для данного формата корпуса прекрасная длина хвоста. Очень хорошая правильная головка. У породы Scottish Fold и Scottish Stripe голова не должна быть перегружена британскими щеками. И ни в коем случае не должен быть брутальный британский взгляд. Должен быть открытый детский взгляд, который называется в терминологии Baby Face. Да, и вот посмотрите на эти красивые, выразительные глазки. Детские, распахнутые, великолепный, экспрессивный взгляд у этого ребенка. Прекрасное прилегание ушей, отлично наполнена верхняя часть головы. Мальчик такой самодостаточный, холеный, правильный. Очень красивый, гармоничный ребенок. Ну что? Что ты? Идем к вершинам. Вот мы тоже хотим быть чемпионом мира. Правда, вот оно, вот оно. Вот оно, чемпионство мира, вершина перинологии. Тебе, конечно, еще долго, года полтора-два, но все-таки же надо стремиться, зайчик, ну давай, постремимся. Может, не так быстро, но все-таки он станет скоро, ну, вот полтора-два года, это не так-то и много, вот, ну, не бойся, мы тебя снимем, не бойся. Все хорошо. Великолепный, холеный, сладкий ребенок с прекрасной устойчивой психикой, с великолепно выраженным породообразующим признаком. Тихо-тихо-тихо. Улыбайся. Ой, как классно. Породы в возрасте 8 месяцев. С давних времен люди стремились создать животное по виду близкое к дикому, к леопардовому, но в то же время сладкое, ласковое, шелковое и добротное. И вот из азиатской кошки было создано вот такое вот чудо, бенгальская кошка, которая характеризуется великолепной шелковистой шерстью с огромной опутывленной розеткой. Посмотрите, создает впечатление дикого животного. Вот, она сразу знает, чего она хочет в этой жизни. Да, то, что она будет чемпионкой мира, тут она даже не сомневается никто. Да. Но хочу немного рассказать о шерсти данного животного. Очень приятная текстура шерсти, холеная. Большое количество баллов в стандарте выделяется на строение туловища, а также на шерсть. Шерсть не только короткая, шелковистая и закрытая по линии спины, она имеет как шелковистый блеск, так и литер эффект, специфический эффект искрящейся шерсти. Каждая остевая шерстинка имеет такие как бы пузырьки, которые преломляются на искусственном свете. Да. Ну ты, конечно, леопард, кто бы сомневался. Очень красивый леопард. Зеленые глаза у леопарда. Посмотрите, какие у нас зеленые глаза у леопарда. Главные контуры головы. Голова клиновидной формы. Выразительные глаза, в которых всегда написано уверенность в себе и знание, чего ты хочешь от этой жизни. Очень хорошая, наполненная мышца.